Всем привет, это рубрика «Гуляев по Перми», меня зовут Евгений Гуляев. Пришло время включить голову, и мы начинаем. Назовите, пожалуйста, самого известного второклассника и второгодника Перми. Не знаю. Боже, понятия не имею. Ну вот, самый такой вот второклассник и второгодник. Не, не знаю. Давайте подскажу, он в фильме снимался. Не смотрю фильмы особо. Хорошо, а Иван Семенов вам что-то говорит? Нет, не ну, последняя подсказка. Иван Семенов вам что-то говорит? Нет. Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Мы сами приехали в этот город в гости. Иван Семенов. Где-то слышал. Иван Семенов. Отлично. А это кто такой? Вот расскажите поподробнее. Второгодник. Ну, понятно. Почему он так известен? Почему мы все его знаем? Фильм был по нему снят, книга написана. Это мальчик, двоечник, который учился в нашей советской школе. Был такой лентяй, можно сказать. Но а почему про него все знают? А почему нужно фильм у нас сняли в Перми? Потому что считают тебя нормальным. А ты умственно отсталый. Неправда! Я умственно умный! Кто отменил крепостное право на Руси? Петр Первый. В каком году? Нет, не знаю. Ну, век примерно. 18-й. Петр Первый. В каком году? Даже не скажу. Александр, по-моему. Который? Их несколько штук. Я знаю, что их три. Я сейчас не вспомню. Крепостное право Александр Первый. В каком году? 1861. 1861. Отлично. Какой совет? Петр Первый. Александр. Который? Второй. Второй. А кто произнес фразу «И ты, Брут»? Ну, это в фильме, наверное, в последнем каком-то. В каком? Эти «Стражи Галактики», что ли? Кто сказал? А вот не помню. I'm Groot. Ага. I'm Groot. No! Древним Римом? Так, кто у нас? Не македонский? Тоже не знаю. Связано с Древним Римом? Тоже этот, по истории вообще не силен. А Гай Юлия Цезаря? Ну, знаю такого. А как его жизнь закончилась? Бил, наверное, кто-нибудь, что там, Рим. Может быть, даже Брут. Может быть, даже Брут, да, судя по всему. Гай Юлий Цезарь. Отлично. Цезарь. А. Полный Юлий Цезарь. Как расшифровывается ФБР? Федеральная. Безопасность, конечно. Да это же американское какое-то слово. Что-то какая-то служба их не на. Служба, федеральная, да? Какая-то. По борьбе, наверное, я не знаю. А Р? Ну вот агенты ФБР у нас есть. С чем они борются? У нас-то нету агентов ФБР. Нет, я говорю в США. ФБР. В США? Ну, с преступностью, со всякой. А на букву Р? Преступность на букву Р. Я не знаю. Нарушение, не знаю, не знаю. Федеральное бюро расследований. Федеральное бюро расследований. Федеральное бюро расследований. На этом рубрика подошла к концу. Читайте книги, любите свой город. Увидимся на улицах Перми.